Итак, ребят, всем привет! Вот и закончился очередной сезон открытой воды, в котором я максимально попытался упираться в приманочки K-Tech. И в этом видео я вам не только покажу, как играет каждая приманочка из них под водой, также я выскажу по каждой приманочке свое мнение. Также, благодаря вот такому журнальчику, я вам даже еще покажу, в каких бывает цветах та или иная приманка, в каких размерах бывает та или иная приманка и сколько штук бывает в пачке. То есть абсолютно по максимуму, как я всегда мечтал, чтобы открыл ролик, посмотрел, потратил 20-30 минут, и по этой фирме силикона ты узнал абсолютно все. Вот в этом ролике я попытаюсь все это сделать коротко, быстро и интересно. Итак, смотрим. Flapper Grab — это самая последняя приманочка, которую ребята с K-Tech сделали. Это очень интересный твистер, который осенью мне очень помог ловить рыбку. То есть осенние рыбалки были реально крутые. Я ловил и окуня, и щуку, и судака на него. Чем он мне лично понравился? Тем, что он отлично подходит для оснащения приманки двойником. Хвост практически ни разу у меня не зацепился. Игра просто шикарная. Хвост заводится с полоборота. В общем, очень прикольный твистер. В 4 дюймах он только пока что выпускается. Тоже такой хороший размерчик. Второй. А, сошел за самый краешек. Короче, она четко промазала. Конкретно промазала. Это такая щучка. Я думаю, где-то может килушка сейчас. Изи Шайнер. У меня вот она аж одна осталась. Я ее специально оставил хотя бы для видео, чтобы снять. Очень популярная приманка. Все ей пользуются. Она отлично подходит для ловли абсолютно любого хищника, поскольку у нее размер начинается от 2 и до 8 дюймов. Приманочка отлично подходит для оснащения абсолютно любыми монтажами, любыми крючками. Офсет, джиголовка, штопор, двойник. Абсолютно любой монтаж очень хорошо на этой приманке садится. На эту приманку я поймал очень много рыбы, очень много разной рыбы, в зависимости от размера приманки. И щуки были, и судаки, и окуня. То есть этой приманке я ставлю огромный плюс, очень классная штука. И вот у меня Изи Шайнер разорвался, сука, новый. Итак, Изи Шайнер. И вот такой малышек. Все, ребят, выпускаем и продолжаем дальше кого-то искать. Ой, блин, да? И вот такой вот. Вот такой аж. Смотрите. Итак, ребят, вот
переключился, как говорил, в силикон побольше и на Easy Shiner. Вот такого красавчика побольше уже взял. О. Crazy Flapper. После того, как я снял подводную игру и посмотрел дома ее на большом экране, это реально космос просто. Настолько красивая игра, настолько легко он заводится, вот эти клешни играют, что это просто. Он мне очень помог на сплавах по пслу. То есть были такие сплавы, когда уже было холодно, и можно сказать, они уже были бы пролетные. И тут я ставлю это чудо на небольшой джиголовочке, чтобы она медленно парусила. И пассивную щуку хороших размеров у меня получалось ловить именно на него. То есть эта приманка тоже очень крутая. Осенняя щучка на достойного размера. Ну, тоже двушечка. То есть, блин, класс, класс. На Crazy Flapper'а. На вот такого вот Crazy Flapper'а. Кстати, на сплавах, когда было потеплее, я тоже на него же и ловил. Стоять. Итак, есть. Не снимал, походу. Есть кабан. За счет того, что у него клешни сильно мотыляются, он это делает очень медленно. Тонет медленно. И думаю, сейчас я буду идти полоскать. И вот вам сразу результат. Догнал. Вот тут прям, смотрите, что вообще какой-то бред. Ох, такого здорового еще не было. Вот вам и Crazy Flapper. Hawk Impact. Эта приманка мне очень понравилась в этом году по большой воде, на больших глубинах, с большим течением, именно по судаку. Почему? Это вроде бы стрекозка, вроде бы рак, есть такие клешеньки, но она более такой прогонистой формы. Опустить на большую глубину с большим течением какого-то такого размашистого рака очень сложно, его будет сносить сильно. Эта же приманка, благодаря своей прогонистой форме, очень быстро достигает горизонта ловли. И поэтому она хорошо косила судачка. Мне очень понравилось. И также не могу не вспомнить, как я на эту приманку, это правда было не в этом году, это было раньше, я поймал щучку такую под пятерку именно на этого Hawk Impact в 4 дюймах. Приманка выпускается в 3, 3,5 и 4 дюймах. Стандартные, да? Блин, жалко за глаз его поймал. Не, нормально все. Операция прошла успешно.
Вот такой вот еще один. Ребята, короче, вот это победа. Так, мадвак, то ли червь, то ли твистер со здоровенным хвостом. Эту приманку много рыбаков опасаются, поскольку очень большое расстояние от крючка до конца приманки. Но один опытный человек мне сказал: кидай, и будет все ловиться. Так, в принципе, и получилось. Я даже удивился, как зажирает небольшой окунь, ну как средний окунь. Судачки даже небольшие зажирали его полностью, и все прекрасно ловилось. Также на мадвага в больших размерах люди очень хорошо ловят щуку. Мне же там трофейные щуки не попадались, но на Десне утречком с берега я ловил, были поклевки щуки, и даже одну щуку я вроде поймал, даже вставлю, покажу. То есть приманка тоже зачетная, надо ее не забывать и учитывать. Щучка. Это у нас щучка. Вот маквак взял такую щучку. Тоже подкилушная такая, неплохая. Фух, вот такое утречко у нас. Little Spider. Приманочка, кажется, так берешь ее в руку, такая мохнатка какая-то, хвостик, такой думаешь, ну такое. Я, поскольку снимал подводную игру, увидев, как она себя ведет в воде, она просто сразу оживает. Видно, что японцы подходят к разработке своих приманок очень-очень хорошо. В воде она оживает и просто превращается в такого нафуфыренного паучка. Вот эти висюльки все так становятся как лапки, и он такой... по дну такой раз, сзади эти два хвоста мотыляются, то есть приманка сразу оживает, приобретает какой-то характер, такой стиль какого-то насекомого, паучка, и этим очень хорошо приманивают рыбку. Я отлично ловил окуня, еще с давних времен, не только в этом году, отлично ловил на нее окуня, и периодически также на нее попадали щучки. Есть. Кто это? Ух ты, срань так! Это ты, да? Ты! Отцепилась приманка. Фух, вот это да! Итак, ребят, вы посмотрите на этого красавчика.
Salty Core Tube. Здоровая мохнатая приманка, лично как мне кажется, это для ловли баса, где-то не у нас. Но в принципе я в нее упирался, разловить у меня ее не получилось. Скажу одно, на большом течении вот эти все мохнатки слаживаются и игра получается не очень красивая. Мне кажется, она больше для каких-то стоячих водоемов, тогда эта мочалка так раскрывается и красиво очень играет. Мне рассказывали, что на нее ловят судака, как бы. У меня не получилось, но в принципе игру показал. Custom Leech. Очень интересный подвижный червячок. Если вот увидите, сбоку видно, что благодаря своей форме он очень хорошо передает анимации. То есть любителям половить окунька, таких, ну, ближе к средним размерам, те, кто любят анимировать приманкой, делать коротенькие там подрывчики, что-то выколупывать окунька, очень подойдет. Благодаря форме очень отлично передает все вот эти подергивания, подтягивания. Это приманочка. Я неплохо на нее отловился по окуню. Приманка сделана так, что подойдет только или для офсетного крючка, или можно одинарник, конечно, аккуратненько просунуть одинарный крючок. Вот такой интересный червячок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Смотрите, смотрите, что... Хороший! Хороший! А кто это у нас? Окунь с травой просто. Ава! Такой размер побольше уже. О! Salty Core Stick. Здоровый червь, выпускается в двух больших размерах, здоровый червь. Я очень упирался, очень хотел, думал поймать на него судака. Удары были, но именно поймать судака у меня на него не получилось. В принципе, показалось, что эта приманочка тоже как бы для ловли баса, то есть рыбалка не у нас. А так, удары были, по крайней мере. Life Impact. Эту приманку я знаю очень давно, еще когда я только начинал рыбачить на спиннинг, я пользовался этой приманкой. Очень классно ловить окуня, там, на микроджиг, например. Какое ее преимущество? У нее положительная плавучесть, то есть она старается встать вот так кверху, и окуню легче ее брать. Очень отлично косила окуня.
Выпускается в размерах 2,5, 3 и 4 дюйма. То есть, в принципе, можно ловить и судака на нее тоже пробовать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Кто такой? Ой, хорош! Да ездишь периодически нормальные пацаны, да? Отлично! Ой, хорош, красавчик! Есть! Оба! Sexy Impact, такой легендарный червячок, который тоже много кто любит, отлично подойдет для вымучивания пассивной рыбы, но это как по мне. Очень хорошо клевал средний окунь, она идет в размерах 2,8 и 3,8 дюйма, поэтому размерчики такие не маленькие, для микроокуня не подойдут, но размер средний и плюс окуня подойдут. Также хорошо ловит судака. Ну и лично у меня очень частенько влетали щучки тоже на эту приманку. Ой-ой-ой, подсел такой неплохой, наверное. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот вам, ребята, окунь неплохой. Щучка. Смотрите, еще и такая полкилушная. Прикольно. Shad Impact. Эта приманка напоминает Easy Shiner без хвоста, то есть заканчивается просто таким стрючком. Эта приманочка, как и некоторые другие приманочки фирмы Kaytech, я не сказал, конечно, но много приманок Kaytech так делают. То есть нижняя часть идет с солью, для того, чтобы была более тяжелая нижняя часть, верхняя без соли, чтобы приманка сохраняла свое положение в воде, то есть не заваливалась, не перекручивалась. Это хорошо для отводных каких-то поводков, вот тогда это круто работает. Приманка выполнена в 2, 3 и 4 дюймах, поэтому отлично подойдет как для ловли окуня, так и для ловли судака. Тоже имеет такую прогонистую форму, хорошо будет спускаться на большие глубины с большим течением. Ну, то есть очень быстро будет достигать рабочего горизонта, чтобы вы не ждали там по минуте, пока ваша приманка упадет на дно при сильном большом течении. Можно ловить окуня на маленькие приманки, можно там ловить судака на большие приманки. Я думаю, щука тоже будет влетать, у меня не попадалось.
Easy Shaker. Эта приманочка выполнена в 3,5, 4,5 и 5,5 дюймов. Ее советуют для ловли крупного окуня и судачка. Swing Impact – это очень популярная приманка. Как по мне, на нее можно ловить абсолютно любую рыбу из-за того, что у нее очень большой диапазон размеров. Я всегда советую эту приманку, ну, может, не в исполнении Кейтека, но ее очень много кто подделывает, начинать рыбалку именно с этой приманки. Это как бы беспроигрышный вариант, такой разведчик. Чем эта приманка классная? Она очень легко заводится, очень красиво играет и ловит всю рыбу, короче. Я вам так скажу. О, ребят, тычочек такой хороший был. Ребят, я вас обманул. Это неплохой судачок. Я не скажу, что это здоровый, но для этих мест это очень неплохой судачок. Вот такая приманочка, вот такой судачок. Swing Impact Fat. У меня вон аж одна осталась. Эта приманка сделала мне эту осень. Так, что сказать? Это более мощная, более объемная версия простого Swing Impact. Это Swing Impact Fat. У него более мощное тело, более объемная пятка, которая создает очень здоровые колебания. В нижней части сделаны два отверстия для грузиков-гвоздиков. Ну, как по мне, это уже горячка, можно и так просто ловить. Приманка предназначена для ловли трофейной здоровой рыбы. У нас это в основном щука. И я вам скажу, эту осень она мне, конечно, сделала. Очень хорошая приманка, очень красивая, размашистая игра. Оснащается абсолютно всем очень хорошо. Двойник, штопор, джиголовка. На джиголовке, кстати, игра вообще потрясающая. Она не болтается по сторонам, красиво играет хвостом. В общем, меня лично эта приманка очень порадовала. Есть, есть. Вот тут закуточек, что я говорил, да? И есть. И опять, кстати, ого, там тоже хорошая чеша. Смотрите, аж катает меня на лодке. Ничего себе. Так, а ну давай чуть-чуть отгребем. Вот гадость. Так может и спинник с лодки улететь. Давай. Опа. Да ну, ребята, это больше щука по любасу.
Итак, ребят, для новых подписчиков, это не первая моя фирма силикона, которую я снял в таком плане. Я уже снял Фанатик, я уже снял Селект, я уже снял Лайки Джон, я уже снял Фиш Ап. Следующее видео про подводную игру, это будет Crazy Fish. А вот следующее видео, пожалуйста, ребят, каждый, кто смотрит, напишите в комментариях, какую бы еще фирму силикона вы хотели бы видеть. Я по порядочку, думаю, рано или поздно доберусь до всех фирм силикона. Это видео было снять совсем непросто, я потратил весь рыболовный сезон, поэтому не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал и ставить лайки. Там, кстати, вы найдете видеоролики просто простых рыбалок, которые, кстати, вот кусочки из них были собраны в этом видео. Также я ставлю ссылку под видео, где можно купить силикон K-Tech. Так что первая ссылка под видео, забегайте, там вы всегда сможете купить практически весь ассортимент силикона K-Tech. Еще под видео мой Instagram, Facebook и Контакт. Ребят, кому интересно, заходите, подписывайтесь. С вами был Жека Докучаев и канал Tour Истории. До следующих интересных видео. Всем пока! Up and every day told me a promise that I would make it one day as an artist. Music's the only thing keeping me honest. I know that I want it, I'm hoping I got it. Addicted to all this remotely melodic. See how some people become alcoholics. Addiction is real but mine isn't as toxic. Although sometimes I feel a little psychotic. I know that I got it in me. Can't stop what's in me to the top. Believe me, I'm not resisting. It's all beginning. I'm all but willing to break the ceiling. Oh, I take a chance and do it. Take a stance and prove it to yourself.